почему не цветет глоксиния комнатная? Глоксиния – универсальное растение. Оно подходит для подоконников, цветущих аллей, дачных участков. Комнатная глоксиния лишь отчасти отличается методикой выращивания от уличной. Однако проблема, почему не цветет глоксиния комнатная, подходит и для всех способов выращивания. Почему не цветет глоксиния комнатная? Отсутствие цветения глоксинии может быть вызвано в первую очередь нарушением условий зимовки. После зимы многие цветоводы отмечают, что растение не возвращается в прежнюю форму. В данном случае сетовать приходится на неправильный уход. Есть и другие причины, по которым не цветет глоксиния комнатная. Повреждение или состаривание клубня, зараженная почва или удобрение, нарушение полива, недостаточное освещение, пониженная влажность воздуха, высокая температура воздуха, больной клубень глоксинии. Проблемы с клубнем глоксинии проявляются не сразу. Возможно, что при пересадке он был поврежден, или же его загнивание началось после повреждения бактериальной инфекции вследствие использования неподходящих удобрений. Зараженная почвенная смесь и удобрения. Использование неподходящих по составу удобрений или несвоевременные подкормки выбранными ингредиентами влияет на состояние глоксинии, вне зависимости от того, было ли ранее растение перекормлено или же удобрений недостаточно, это сказывается на состоянии глоксинии, и она не цветет. Полив глоксинии комнатной. Комнатное растение необходимо умеренно поливать, дожидаясь, пока земляная смесь в горшке просохнет на несколько сантиметров перед следующей процедурой. Пониженная влажность почвенной смеси, как и ее превышение, негативно сказывается на цветении. Растение испытывает стресс, не исключено и начало загнивания клубня, отчего глоксиния не цветет в комнатных условиях. Освещение глоксинии комнатной. Что касается освещения глоксинии, то растение предпочитает обильные солнечные лучи с умеренным притенением в жаркий сезон. Стоит рассмотреть и вопрос температуры воздуха. Глоксиния не переносит жару, поэтому помещение, в котором она находится, не должно создавать эффект парника. Пониженная влажность воздуха, высокая температура, отсутствие освещения – это прямой путь к тому, чтобы глоксиния перестала цвести. Итак, глоксиния комнатная не цветет. Что делать? Определившись с проблемой, почему глоксиния комнатная не цветет, перед садоводом возникает новый вопрос – что делать, чтобы глоксиния зацвела? Первым делом необходимо устранить причину, вызвавшую отсутствие цветения. Далее – отрегулировать показатели, которые нужны цветку для пышного развития. Как простимулировать цветение глоксинии комнатной? После устранения последствий неправильного ухода необходимо стимулировать растение с помощью обрезки. Проводится она на нижних листьях растения. После проведения процедуры стоит ожидать появления новых пасынков. Опять-таки, выбираются крепкие, здоровые, а слабые, непригодные для развития, удаляются. Через месяц после обрезки на глоксинии должны появиться бутоны. Для того, чтобы простимулировать цветение растения, необходимо внести минеральные удобрения, делая акцент на фосфоре и калии. Первое цветение после застоя будет непышным. После его окончания растение вновь впадает в состояние покоя, который необходим для подготовки к следующему сезону. Если поддерживать растение в таком ритме и проводить подходящий уход, то к следующей весне можно ожидать, что глоксиния комнатная зацветет уже нормально. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал и переходите на сайт. Там много полезных видео и